Так, ну что ж, ребят, продолжаем играть в Pacific Zero. Я сейчас перезашла игру. В игру. И у меня сейчас будут прогружаться мои... Сейчас будут прогружаться... Пока будут прогружаться текстуры, мы с вами сейчас познакомимся с НПС. С теми, кто у нас обитает в лагере. Мы с вами переместились в седьмой акт. Находимся мы в лагере на мосту. В общем, нам нужно будет еще жестокий лабиринт пройти. Для этого нужно еще завершить все испытания восхождения. Я только одно испытание прошла. У нас уже есть квест сущность Творца от греха, да? И еще нужно найти серебряный медальон. Уже квест откуда-то нам дали. Наверное, в конце шестого акта. Давайте поговорим. Вот у нас есть НПС. Вот это, наверное, дополнительное. О, да. У тебя явно выраженное пристрастие к появлению в самые непростые времена. Может показаться, что всемогущий нас покинул, ложные боги прошлых эпох восстали и бесчинствуют, а наш благословенный невинность хранит молчание не хуже камня у моих ног. И слишком похоже на речи жреца. Реликвия, которую вынесло на берег, из-за которой начался весь этот хаос, была покрыта древними письменами Ваала. Символы были устерты, и перевести их было нелегко, но я сделал все, что смог. И в результате у нас появился еще один квест. Почему-то, пока он болтал, я думала о картах, которые выпадают так редко, что я не успела их даже обменять. Кстати, периодически нам нужно перемещаться обратно в шахты. Я все-таки заинтересована в том, чтобы копать, играть и копать в Exile, да. Тут у нас одноручный меч. Я думала, что это жезл. Это одноручный меч, его можно продать. Это аура. Спасение от огня. Я поменяла, кстати, скипетр. Все в надежде играю, живу, играю. Чтобы перекрафтить в редкий, для этого нам нужна сфера царя, но пока вроде так хорошо играем. И, кстати, хорошо мне играется и с волшебной шмоткой. Вот это вот нежелательно умирать. Тут все характеристики. Плюс 27 ко всем характеристикам К. У нас теперь есть огненный рывок. У нас есть волна осуждения. Теперь моя любимая способность. Навали, а что у нас там? У нас 58 уровень. Кстати, что по защите? А сопротивление хаосу у меня минус 21%. Как вообще так получилось? Вы не знаете? Поэтому у меня те, кто обладает магией хаоса. Големы очень легко, наверное. А, или приспешники. В общем, все негативное нас быстро убивает. Хаос же это эмоции. То, что непредсказуемо здесь. Так. А, я искала вот что. У нас есть три пророчества, которые я давно хотела прочитать. Ложные идолы какие-то нужно разрушить. Потому что нам нужно вернуться обратно в шестой или в пятый акт, где там у нас этот был бог с тотемами. В границах Сарна ты найдешь очень сильного грифа и сразишь его. Сейчас выполним хотя бы пару квестов здесь, да? Я хочу посмотреть седьмой акт. И что, нам нужно возвращаться куда-то, искать. Древний красный заступник повержен. Смертельный удар явил утреннему солнцу его последнюю жертву. Вполне возможно, это нужно вернуться там в пятый или шестой акт. Лабиринт Сарна, это у нас что? А, ну это лабиринт у этого испытания, да? А третий я не знаю где.
Может, они как-то рандомно подкидывают там, где мы играем. Больше всего какая локация подходит под проклятие, пророчество, точнее. Пророчество — это когда ты знаешь о своей силе, как ей пользоваться, которая до этого была проклятием, а после этого становится пророчеством. Либо ты можешь контролировать, или наперед уже знаешь о событиях. Каким образом? Но сейчас это обсуждать не будем. Ты здесь, Великий Дух, говорил со мной во снах и предупреждал, что тьма снова затопит наши земли. Ты же станешь ей буревестником. Мое сердце скулит по нашему прежнему дому. На все воле Духа. Мы лишь принимаем его дары. Дух забирает нужных людей, нужно ему время. Что можно продать? Так, как... О! Это дополнительное, что ли, задание. Альва, мастер исследований. Хвала богам, хотя вижу, ты не святоша. Но кто я такая, чтобы сомневаться в путях божественного? Провидение. Я великая Альва. Валай. Непревзойденная реликварианка. Какое слово красивое. Надо запомнить. Искательница тайны, исследовательница неведомого и... большая охотница до всего блестящего сорока. Кстати, мне нужна твоя помощь. Ты знаешь о затерянном храме Цуатль. Его залы роскошные, кладовые ломятся от сверкающих сокровищ. Залы полны артефактов, найденных необоримой силой. Пока я читала, почему-то вспомнила Драгон Эдж Инквизицию. А мне кажется, что узнать его местонахождение можно в городе Вал. Он был залит водой и недоступен. Но совсем недавно туда снова стало, в принципе, можно попасть. Отыграть за эльфа или за человека и закадрить этого... Господи. Каллена. Просто у меня давно была идея с Солосом отыграть линию романса. Заромансить, да? Но с ним все печально заканчивается. А когда столько сил вкладываешь в игру, а потом все печально заканчивается, кажется, что игра... пройдено напрасно. Поэтому у меня есть такая дилемма. За мужского персонажа, если играть. В принципе, Кассандра очень интересный персонаж, но она очень сложный персонаж, на самом деле. Ну, не нам нужно будет с ней общаться, да. Если бы я проходила заново, так то у меня есть прохождение, но оно не полное. У нас там даже дворца нет, или как там? У нас какое-то убежище должно появиться. Впоследствии, по-моему, мы его даже обустраивать можем. Но это не точно. Я до сих пор не успела об этом узнать. Мы играли за Кунари. Суровый Кунари мы там создали. Надо было мняшную Кунари создавать. Ну, это как у меня рука легла. Интуитивно я ее создавала. А потом, ну ладно, так... прокатит, когда не можешь определиться. Ну ладно, и так сойдет. Так, в общем, она у нас и получилась. И еще там проблемы с освещением, с волосами, с блеском. Потом, с одной стороны, один цвет волос, с другой стороны, другой цвет волос. Губ, глаз, да. С одной стороны, это нравится, с другой стороны, это не нравится. Но это уже мои, как бы, черты перфекционизма, наверное. А в плане эстетики, как именно моего художественного видения, да? То есть, как я вижу. Я не про земную красоту, мы сейчас говорим просто о полете фантазии, как у художника. Образное мышление. Отвернись всего на краткий миг, и Реклас тут же тебя укусит. Это избитая истина. Наверное, примерно так думаешь, заглянув к нам в очередной раз. Боюсь, что дух дознавателя наверняка вернулся в обитель грехов. Пусть Мелигара и попадется тебе в вязалах думы, я знаю, как тебе его найти. Надо уже пройти эту игру. Я понимаю, скорее всего, что я не буду проходить еще раз за другой класс, но мне было интересно. Пивать все время на эту игру, как есть у нас тут фанаты, которые здесь качаются.
играют вместе в гильдиях. Нет, я не буду. Сущность Творца Грех попросил вас убить Мелигар, чтобы забрать его душу. Нужно отправиться в склеп под оскверненной святыней и найти карту Мелигара, которая приведет вас к нему. Так, давайте пройдем дополнительные задания. Не знаю, еще нужно посмотреть, что там у нас с пророчеством. С пророчествами обычно они у нас сами собой выполняются. Найти серебряный медальон Вейлома. Вот сейчас мы идем по этому квесту. Так, 3000 к уклонению здесь тоже. И освещенную землю создает. 40% увеличения урона. А на скорость-то у меня здесь осталось вообще что-нибудь? Я на самом деле хочу перекрафтить эти способности. Я вот этим же пользовалась. Тогда случайно у меня скрафтилось свойство против яда, и мне как раз нужно было против яда. Мы с этой королевой марионеток сражались, да, но потом уже не смогла найти. Там, где у нас тайник. Что там с камнедробителем нужно? Так, а куда мы идем-то? Медальон. Возле разрушенного моста. А мы не возле разрушенного моста. А, ну все. Идем туда, куда надо. Так, давайте вот так сделаем. Мне просто вот эта способность нравится больше, но я уже поставила способности. Сюда бы нам огненный рывок, и здесь у меня волна осуждения. Классная способность. Так, где-то здесь у нас медальон должен быть серебряный. Классная способность вообще, да? Мы ее еще усилили. Каким-то камнем поддержки, по-моему. А, у меня тут включено все, да? Что нам шмотки-то не пропустить. Не собрать, хотел сказать. Бывают оговорочки. Не судите меня строго, я же человек. Посвящается людям. Моя баллада. Так, а нам наверх, наверное, надо забраться. У нас какой-то замок. Так, а чего у меня фласки-то не заполняются? Алло. Непорядок. Но заполняется. Как я крикнула, а в ответ тишина. Так сразу же фласки начали заполняться. Так, ну ты это будешь заходить, нет? У нас какой-то замок в середине. Может, там, кстати, спуск в склеп какой-то, наверняка там. Вполне себе может быть какой-нибудь лабиринт испытаний. Так, у нас припасы племени. Так, надо в шахты вернуться. По-любому. Сейчас, пока я далеко не ушла.
Сейчас хочу вернуться. Что тут у нас? Квест какой-то горит. Нет, я не буду в эпицентре заварушки тут находиться. Что вы меня убили? Нет, спасибо. Кстати, это тоже големы, что ли, какие-то каменные, да? Смотрю. Грязный ящик. Он, видите, там по квесту у нас. Что-то мигает. Блин, я просто когда зажимаю правую кнопку, она бьет северным дыханием. Я нажимаю на R волна осуждения, поэтому она не использует эту способность. Там 4 сокета. Все сгорит в ясном пламени. В правильном пламени. Тут какой-то ящик был по квесту. Вот. О, серебряный медальон. Мы чуть его не пропустили. Нашли его медальон. Нужно отнести Вейлону, чтобы получить награду. В принципе, мы тут рядышком. Долго. Все равно бежать можно сократить. Дорогу. Вейлон. Рот. Здесь нельзя, говорит, использовать телепортацию. О, мой медальон. Ох, моя дорогая, прекрасная Мэридит. Как я скучаю по твоим трепетным персям и покачивающимся бедрам. Понятно. Сердце твое могло растопить и плавучую льдину. Иногда не хочется заплывать в образное мышление других, в кавычках, художников, пиратов. Эх, прошу, забери из сундука остальное. Медальон — единственное сокровище, которое мне нужно. А мне что нужно? Так, ваш шанс критического удара удачлив. 3000 брони. Форма призрака. 3000 брони. Иммунитет к проклятию. Here our ways divide. What would you like to know? Greetings. Кому там что продать? Да на что? Задание выполнено. Мы отнесли серебряный медальон. В общем, нас наградили. Так. Тайник. О, при использовании снимает я 33% увеличения длительности. Вот, я хотела оставить одну фласку с тем, чтобы снимать яд. Потому что у нас в прошлый раз ядовитые твари попались.